Накануне своего профессионального праздника психологи Ульяновской области собрались вместе, чтобы сыграть в проблемно-аналитическую игру «Дебата психии» и просто пообщаться. Инициатором и организатором проведения мероприятия выступила Ассоциация психологов Ульяновской области. Сегодня у нас особый день. Почему? Потому что сегодня здесь, в стенах Дворца книги, мы собрали тех психологов, которые из разных ведомств. То есть у нас участвуют сегодня и силовые структуры, и психологи из Министерства просвещения, и психологи из социального блока. Ассоциация психологов Ульяновской области, что отрадно, отозвалась также молодежь. Это студенты Ульяновских государственных университетов, психологических факультетов. Мероприятие стало межрегиональным, поскольку в нем участвовали психологи из других регионов. Модератором игры пригласили руководителя направления по программе для участников проектов и конкурсов Департамента методологии разработки образовательных программ Мастерской управления «Синеж. Россия. Страна возможностей» Светлану Бруснегину. Как отметила Светлана, эта игра управленческая. По ее словам, психолог – это тот, кто помогает человеку в самом сложном управлении – в управлении собой. Последние все тенденции вообще развития мировые говорят о том, что людям нужно учиться договариваться всем. И нам важно понимать и слышать друг друга, вне зависимости от того, из какой мы сферы, чем мы занимаемся, какой у нас уровень образования, опыта и так далее. Каждый человек должен уметь договариваться с другим, вне зависимости от каких-либо факторов, предрассудков и предубеждений. Мероприятие проводилось для развития профессиональных компетенций и объединения специалистов психологической сферы. Этот год богат на события. Теперь у нас, у психологов, есть свой профессиональный праздник. Нас поддержал президент. У нашей ассоциации психологов Ульяновской области появился свой гимн. Для меня, как для начинающего психолога, это мероприятие очень важно, потому что я теперь могу обратиться к любому психологу и получить опыт психолога любого направления деятельности. Во время игры психологи выдвинули несколько идей по улучшению бизнес-климата в регионе. Они будут озвучены руководству области. А для тех, кто желает найти своего психолога, можно записаться на бесплатную консультацию к специалистам разных направлений через сайт Ассоциации психологов Ульяновской области ulapsi.ru. Заранее узнать о психологе, опять же, возможно на сайте через рубрику «Реестр психологов». Ирина Антонова, Марат Мегдеев, Улправда ТВ.